Всероссийский день бега или кросс-нации 2015 уже давно стал самым массовым и масштабным спортивным событием всей страны. Ежегодно, начиная с 2004 года, на центральные улицы городов, чтобы пробежать трехкилометровую дистанцию, выходят тысячи жителей России. Рязань уже давно присоединилась к физкультурному легкоатлетическому забегу. Сегодня собралась молодость, спортсмены. Это красота и сила бега. Посмотрите, какие красивые, талантливые, стремящиеся победить каждый. Поэтому желаем нашей молодости, нашей молодежи побед не только сегодня, побед всегда. Как подсчитали организаторы, в это воскресенье на старт кросса нации вышло более 4000 горожан. Приходили на Соборную площадь, а именно отсюда начиналась дистанция, как целыми семьями, так и трудовыми, школьными и студенческими коллективами. Мы сегодня пришли, по-моему, на взгляд, нас больше 400 человек, по регистрации вот еще не сообщили. Маленькие детишки сотрудников бежали километровый забег, а мы бежим 3 километра все в основном. Я думаю, что это даст нам хорошее настроение. Мы говорили о том, что самое главное для нас это участие, чтобы мы пробежали. Если у кого-то удастся пробежать лучше, чем свой результат, который, может быть, был в школе по нормативам, это уже будет успех. Если кому-то удастся войти в тройку, это будет совершенно успех. Но мы настраивались именно все вместе прийти, все вместе пробежать, почувствовать себя одной большой командой медицинского университета. Первый забег прошел по маршруту Соборной версты. Километр преодолевали самые младшие участники, чей возраст не превышал 10 лет. Тяжело было, сложно? Тяжело. А почему тяжело? Потому что меня на полупути задавили. Прям задавили тебя? Да. А как? Скажи. Вот я бежал, мне подножку поставили, и на меня не увидели, я встал и на меня напрыгали. А как же потом добежал-то? Не знаю, собрался все силы свои и добежал. Сколько раз участвовал в кроссе нации и почему тебе нравится бегать? Я еще ни разу не участвовала, но бегать нравится, потому что, получается, это оздоравливает организм. Я тренировалась, вчера на стадионе бегала. Но оказывается, это не так легко, как я думала, но все равно я получила удовольствие от этого забега. Я думаю, что в следующем году тоже пойду на кросс нации. А далее стартовал основной трехкилометровый этап. Среди лавины бегунов кто-то бежал ради спортивного результата, кто-то же для собственного удовольствия. Первенствовал на дистанции в 3 километра спортсмен Александр Именин, входящий в десятку лучших стайеров страны. Трешку он одолел за 8 минут 33 секунды. Среди женщин лучший результат показал Татьяна Сычева. Ей дистанция покорилась за 10 минут 21 секунду. Впрочем, важно отметить, что кросс-нация – это не просто спортивное состязание, но и социально значимое событие. Ведь основная цель – отнюдь не высокое достижение, а пропаганда здорового образа жизни. Поучаствовать в кроссе нации 2015 на улице городов Рязанской области вышли порядка 20 тысяч человек. Кстати, в следующее воскресенье любители здорового образа жизни ждут в парке ЦПГО, где пройдет день ходьбы.